Күште бөлі сайлы достылар, бұс әсе яйынымызның девамында Невбетеки мұсафырлеріні тағдим етмеге істейміз. Ве Невбетеки бір 10-15 дақаны гүзел бір субетнен кечірмеге істейміз. Яйнымызның башында айтқан едік, бұл күндері біз чешіт мойсселерінің, чешіт енелішлерінің ел ішінің нәтижелеріні чықарамыз. Ве бүгін енді халқылар достлығы евіне бұл Невбет келді. Бізім студиямызда есе халқылар достлығы еві мойссенің иджади суалер бойынша мудир муавины. Ве бұл мойссенің режиссері Максим Харисов, иджади суалер бойынша мудир муавины есе Александра Бондаренко. Салям алейкум, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Рада приветствовать вас в нашей студии. Как настроение? Прекрасно все. Праздничное? Конечно. Чувствуется ли атмосфера праздника? Уже да. Снег помог. Да. И мне кажется, не только снег, а все-таки те украшения, те инсталляции, елки, которые просто во всех уголках города в этом году. Ну, Новый год, мне кажется, не только детям, но и взрослым дарит праздник, поэтому действительно настроение уже праздничное. Да, не только дети, но и взрослые верят в волшебство именно в новогоднюю ночь. Подводим итоги, да, уходящего года, несмотря на то, что мы привыкли говорить, что он очень сложный, да, но тем не менее, вот, все-таки видим, и многие события доказывают, что не настолько все плохо, что несмотря на то, что сложно, но в то же время было хорошо. Как этот год отразился, и все эти события отразились на работе и деятельности Дома дружбы народов? Ну, да, действительно, был непростой год, но интересный. Самое главное, что мы справились со всеми поставленными задачами, мы выполнили государственное задание. Несмотря на все трудности, более 80 мероприятий совместно с национальными культурными автономиями, общественными организациями, под патронатом Государственного комитета мы провели, и мы этому очень-очень рады. Да, год был сложен, но он заставил так мобилизоваться очень быстро и попробовать новые форматы мероприятий, что дало свой урок. И, в принципе, у нас нет планов на то, чтобы останавливаться и использовать эти мероприятия, вне зависимости, как начнется следующий год. Изменится ли какая-то обстановка, форматы уже, как говорят, обкатанные, они проходят на ура, и мы просто их будем дополнять к тому налаженному процессу, который у нас существовал все эти 5 лет. Но все-таки изначально, да, как вы уже сказали, нужно было привыкать к новому формату мероприятия. Насколько республика в целом, жители Крыма были готовы к этому новому дистанционному формату? Конечно же, готовы не были. Но немножко посидев на самоизоляции, поскучав, когда нам позволили выйти на работу, мы собрались все дружно и думали, что же нам делать. И нашли такой выход из положения, как съемка видеоконцертов. В этом году мы сняли 7 видеоконцертов различных направлений. Наш традиционный «Соцветие культур Крыма» галоконцерт. Онлайн отборы были в формате онлайн, но галоконцерт мы провели в видеоформате. Очень здорово прошел у нас финал крымско-татарского конкурса «Крым на Гмелерии». «Радуга талантов» — это мероприятие, в котором принимают участие детки с ограниченными возможностями здоровья. Очень такой добрый, очень такой яркий получился у нас концерт. Максим? Но как быстро адаптировались, и это дало возможность многим принять участие тем, у кого нет возможности приехать на отборочные туры всех наших фестивалей. Вот эта заочная форма, она раскрыла горизонты, она раскрыла границы фестивалей. Такой фестиваль, как «Соцветие культур», вышел за пределы нашей республики, что очень радует, потому что были участники из Краснодарского края, были участники из республики Башкортостан. Поэтому мы на этом не останавливаемся, планируем на следующий год сделать его межрегиональным, то есть оставить эту заочную форму, потому что понимаем, что не все регионы смогут приехать к нам в республику, принять участие, и непонятно, что будет дальше, да, с ситуацией. А принять участие именно в формате заочно могут практически все. То есть в какой-то степени данная ситуация даже сыграла в плюс. Да, не было без добра, как говорится. Да. Дала возможность расширить границы. Да, да. Кроме этого, мы знаем, что в этом году Дом дружбы народов отмечал свое 5-летие, свой первый юбилей. Удалось ли вот в том формате, в котором хотелось провести различные мероприятия и отметить этот праздник? К сожалению, нет. Мы планировали пригласить наших друзей из различных регионов Российской Федерации, но как раз вот это был март. К сожалению, нет, но позже, немножко позже, мы
праздновали День государственного флага Российской Федерации, и в этот день наши сотрудники получили множество наград от Государственного совета, от Государственного комитета, и очень долгожданное такое событие для всего нашего коллектива. Наш директор Лариса Васильевна Сакирская получила звание «Заслуженный работник культуры Республики Крым». Мы очень этим гордимся, и это нам дало стимул идти только вперед, что нас ценят, что нас понимают и что принимают нашу работу такой, какая она есть. Что касается предстоящих проектов, уже думали, с чего начнете следующий год? В следующем году мы готовы как к формату онлайн, так и к проведению мероприятий в более привычном нашем режиме. Поэтому планы уже готовы, планы намечены. Как уже сказал Максим, что мы планируем некоторые наши фестивали придать им статус всероссийских и приглашать на наши мероприятия из других регионов коллективы. Так как сами участвуем в всероссийских мероприятиях, и в этом году было очень приятно получить приглашение нам принять участие вот в фестивале, который проходил в Ялте, «Заповедный сувенир», и Дом дружбы народов был отмечен благодарностью Министерства по природным ресурсам Российской Федерации за вот такое открытие этого фестиваля, который прошел первый раз, и он становится ежегодным, насколько вот мы поняли. И это было очень приятно принять участие, во-первых, в таком масштабном мероприятии, где представлены все производители сувенирной продукции Российской Федерации, и представить именно культуру Крыма, народов Крыма. Это было очень волнительно, но конечно, вроде как, получив благодарность, мы поняли, что мы с этим справились. Также в этом году мы получили приглашение от Дома народов России. Мы ездили с Ларисой Васильевной, с директором, в Москву. Очень-очень значимый опыт получили, так как посмотрели на работу нашей столицы, как работают там с национально-культурными автономиями, и получили благодарность от директора Дома народов России за нашу работу, за то, что мы действительно выполнили все намеченное, что очень приятно и ценно. Несмотря на различные трудности, довольно насыщенный год выдался. Очень активный и насыщенный год. Название «Дом дружбы народов» говорит само за себя, да? То есть из названия уже основная миссия и основные цели ясны. Но все-таки хотелось бы вот узнать, каким образом и посредством каких проектов укрепляется и сохраняется межконфессиональный и межрелигиозный мир в республике. В этом году у нас очень так получилось развить направление в молодежной сфере. А как мы знаем, молодежь, подрастающее поколение, они очень влияют на отношения, и в этом году мы провели замечательное такое мероприятие, интеллектуальную игру «Дела семейные». В ней приняли участие семьи различных национально-культурных автономий. Очень активно, здорово, мы даже сами не ожидали, что такой формат необычный для нас, потому что в основном мы занимаемся национальными танцами, концертами, но это был более такой эстрадный, но в то же время настолько было удивительно, как каждая семья в своем вот маленьком вот этом мире семьи охраняет традицию и культуру, и она выносит это на всеобщее обозрение, и другие семьи, видя это, также стараются сохранить и что-то соблюдать, какие-то свои традиции. И вот, наверное, из каждого из нас, из каждой семьи, из каждого человека получается вот такая большая многонациональная семья. В этом году мы провели поликультурный Крым. Это тоже конференция. Да, это очень интересная. Итоговая, Максим, расскажите. Это мы немножко поменяли формат, да, потому что до этого мы всегда приглашали именно представителей национальных автономий, так более старшего поколения. А в этом году мы пригласили представителей национальных автономий, но молодежной организации, где у них была возможность рассказать о своей деятельности в автономии, чем они занимаются, что они делают, какие проекты они, то есть проявить себя и именно рассказать, что вот молодежи не безразлично, да, что все, что происходит на полуострове, вот эта дружба молодежи, когда устраивали даже самый обычный конкурс. Мы делали такой конкурс, как «Насколько ты знаешь соседа?», и когда ты видишь, что молодежь знает традиции своих соседей, это очень приятно. Они с интересом это во всем принимают участие, с интересом отгадывают все викторины, и им это нравится, и у них горят глаза, и это самое главное.
То есть действительно, да, очень важен вклад молодежи именно в сохранение и развитие культуры и языка нации. Вообще в этом году у нас все даже национальные праздники, вот, например, Дервиза в этом году у нас, наверное, самое такое масштабное, да, если можно сказать, состоялось мероприятие. На этом мероприятии присутствовали представители различных национальностей, потому что, когда к нам приходят, говорят, мы так соскучились, мы хотим все видеться. Нам уже не важно, какой нации принадлежит этот праздник, да, но мы хотим все праздновать, потому что мы настолько действительно в Крыму многонациональная, большая, дружная семья, что из-за пандемии мы все соскучились, и мы хотим, мы хотим все быть вместе, рядом, поэтому как-то очень по-доброму и душевно этот год прошел, по-семейному. И мне кажется, это говорит о том, что основная миссия Дома дружбы народа все-таки выполнена, потому что это не только сохранение народом своей культуры, своего языка, своих традиций, но в то же время уважение других. Да, вы правы. Еще хочется добавить по поводу такого объединяющего праздника. В этом году мы провели армянский национальный праздник Сурбхач, это тоже касается молодежи. Не побоюсь даже этой фразы, со всего Крыма собралась молодежь. И мы даже не понимали, как они, вроде бы мы организовали мероприятие, но они сами. Им настолько были, они настолько были активны, настолько заинтересованы, потому что различные направления, это было и религиозное направление, это были спортивные мероприятия, это были просто какие-то молодежные игры, поэтому действительно очень, очень радостно, что у нас есть такие праздники, что у нас такой отзывчивый и добрый народ крымский. А мы хотим вам выразить благодарность за ту работу, которую вы делаете, потому что это действительно очень важно. А в преддверии Нового года какие пожелания будут для телезрителей, для всех крымчан? Ну, в первую очередь, конечно, хочется поблагодарить всех тех, кто этот сложный год с нами провел, наши коллективы любимые, поблагодарить наших партнеров в этом году. Благодаря фонду содействия развитию науки и культуры «Одиссей» мы все наши съемки провели. И хочется пожелать, чтобы следующий год нам принес как можно больше улыбок, чтобы в нашем Крыму сохранялась межнациональная дружба всегда и во всем, чтобы мы были вместе, и как показывает практика, мы действительно, мы лучшие, мы самые замечательные, самые дружные. Спасибо, Максим. И просто хочется сказать о том, что нужно выходить из своего маленького мира, нести эту культуру, прославлять свою культуру, рассказывать о ней больше, чаще, и мы рады видеть всегда всех. И мы рады видеть всех на наших мероприятиях, и мы готовы помогать всем творческим людям нашего полуострова. Мы за то, чтобы наш Крым процветал на территории всей России. А мы вам желаем, всем нам желаем, чтобы в нашем многонациональном Крыму проводилось побольше мероприятий, где можно не только представить свою культуру, да, но насладиться и увидеть культуру, традиции и быт других народов. Спасибо вам, что посетили нас сегодня. Хорошего дня. Спасибо. Спасибо. На более этап сайлодослар гузель субетому сонга на кельдашым, да и се дабр тенифюс япамыс ве спорт межгулетлерна япмагат еклифетемыс.